Там у тебя кой. Привет. Ну вот. Кстати, мне отельный браслетик прямо под платьем. Боня еще не догадывается, что мы ее не берем с собой сегодня, потому что мы в парк обезьян. А Бонёнок там принимает солнечные ванны. Она просто туда ушла и там стоит. Она боится, что ее опять возьмут с собой и затащат на корабль. Посмотрите в эти счастливые собачьи глаза. Бонь. Бонь, ты любишь солнышко? Очень жарко, она что-то вышла на балкон и смотрит на солнце, жмурится. Еще я ее подняла на ручки, показывала ей виды. Она прям не отрываясь смотрела. Маняшек, давай в тенек, а то ты сейчас обгоришь. И опять будешь рыжая вся. Ванитка. Бегает. Ей говорят, нельзя, она все равно сбегает. Она очень хочет пойти с нами. Ты что, в кроксах поедешь? Да. Бонь, давай. Бонечка. Она делает вид, что она нас не слышит и не понимает. Ай-яй-яй. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди домой. Быстро. Боня. Боня. Нет, ну это капец. Она решила, что она идет с нами и даже выбрала маршрут правильный. Боня, ко мне! Боня! Догонит, не догонит, догонит, не догонит. Кажется, кто-то сейчас получит. Боня, тебе как не стыдно, а? Ой, я забыла очки. Боня, как не стыдно тебе, а? Бонечка, когда я с мамой хотела, даже на кораблик готова пойти. Все, ты дома остаешься. Бедный пес. Боня, ну мы скоро приедем и пойдем с тобой на пляж. Давай, пока. Давай тебя на кроватку отнесу. К родителям, конечно же. Все, давай, пока. Какая гадость. Смотрите, сколько черепах. И вон одна плывет. У этих водичка, конечно, не такая чистая, как у крокодила. Она вылезала на камень только что, но я не успела. Может, еще полезет? Полезет. Кажется, у нее не получается, поэтому она единственная в воде. Еще одна гадость, но крокодилы у них какие-то дохлые. Лапа у него так валяется. У этих бедных черепашек нет возможности вылезти на камень, потому что у них нет камня. И они все под водой. Их там очень много. Но, боюсь, не видно тут. Мы пришли в вольер с морскими свинками. А тут оказались обезьяны. А наверху смотри, кто? Птичка. А это кто? Обезьянка. Слушайте, это стрёмно. Давайте пойдем отсюда. Да, я покормлю. Свинки свинками. Ой. А давайте, Дусю, мама, как вам тут с обезьянами-то живется, а? Дайте ей яблочко, да. Подожди, подожди. Сейчас мы дадим тебе яблоко. А ты по-русски не понимаешь? Семейки. А вон смотри, как они дрыхнут. Не, подожди, мы дадим тебе яблочко. Не уходи. О, смотри.
Мои сливки вообще. Ну, дай вам твою. Там вот одна сдохла. Да, я видела. Она шевелит духом. Много. Они везде. Она не хочет есть. Посмотри вот эту херню. Они нас окружают. Ты хочешь яблоки? Снимают яблоки. Это как и туда, чтобы не сходить. Не, ну что ты? Зачем его отбираешь? Вика, ты его разломил пополам? Да, разломил. Они все равно отбирают друг у друга. Берег. Тут вот активно идет, активно. Самый активный. Вот этот. Может, я такую свинку заберу? А он обезьян. Пришла. Я не хочу смотреть на обезьянку. Подожди, у нас тут вон свое месторождение образуется. Гал, не надо эту обезьяну кормить. Да блин. Ой, Марима, малыш какой пришел, мам, смотри. Дай маленькую. Я пытаюсь. Его все равно отнимут. Он сам ранил. Дай маленькую. Они уже вон все на Вику лезут. Я не могу, я боюсь. Они лезут на Вику. А давайте Лекс, меня уже спасем, пожалуйста. Вставай, пока не поздно, а то... Я могу, меня, мамочка. Ну, малыш, это... Ну, я знаю. Вон он сам же. Довольно забавные зверьки. Мне кажется, Дусю надо подружку вынести. Она... Смотри, как они забирают друг у друга прямо изо рта. На. Да не... Вон идет, еще один. Они прикольные, оказывается. А главное, они, видимо, сами не знают, как они тут эти свиньи. Можно забирать. А вот все, мне кажется, так и делают. Смотри, Серёжка снимает. Он сейчас бросит свиньи. I'm just giving to the chat. I don't think I'd go on the show this time. Ну, а Вики здесь продолжается кормление. Смотри, как они изо рта друг у друга вытаскивают. Ой, там малыша сейчас задавят. Они не обожрались? Обожрались. Нет, до сих пор не обожрались. Пошли дальше. Пойдем дальше, может, там еще что-нибудь прикольней будет. Там дальше и... Они нападают все на Вику, смотри. Дай я вот той серенькую дам. Ну, мама. Пойдем, Вика. Нет, подожди. Хорошо. Нет, вообще вот эти вот жадины отняли у меня яблоки. Это я про родителей, не про свинок. Мы для благого дела. Ты живая? Она знаешь, сколько ждала? Я ей обещала, она не уходила. Мама, она не понимает русский, ну ладно. Свои прикормленные. Такая здесь он тоже. Нет, прикормленные. Они не свои. Зачем такие большие? Ну, подойди, входи туда. Я не пойду. Бежит, бежит. Почему? Бежит, смотри. Потому что я их тоже хочу покормить. У меня плохая новость, я хочу морскую свинку. Никогда не думала, что я захочу морскую свинку.
Дайте яблоко срочно, мам. Мама, дай яблоко. Мама. Мам. Мам, дай яблоко. Я Подождите. Ребят, не расходитесь. Сейчас к вам вернусь. Не, подождите. Почему вы понимаете, что я? Я же у нее тоже забрала яблоко. Подождите, черным. Его на троих. О, нет, мы так не договаривались. Ой. Зайка. Им поставили нора. Неплохо живется. Скажите, вы ели яблоко? А кто на меня сейчас бросил сверху яблоко? Я что-то не поняла. Ой. Нет, дай мне еще яблоко пройти. Два. Смотрите, какой маленький. Вот маленький. И вон маленький. Ну тут непонятно, что он такой маленький. Черепашки. Смотри, как он ползет, мам. Как Боня. Ну да. Веселенький. Смотрите. Это арафари. А я думала тукан. Ну ладно. Нет, это арасари. Он спрятал свой клюв, когда я стала его снимать. Оно такое маленькое. Оно меньше, чем моя рука. Но на видео оно, конечно, большое. И тут тоже маленькое. Еще меньше, чем та, кстати. Лапу свесил. Подожди. Привет. Это точно не летучая мышь? А он знает, как слезть, или он... По-моему, он просит помощи. Он застрял. Ой, он лапу сюда вытащил, смотри. Давайте дадим ему яблочко в лапу. Да? Меня Вика зовут. Жалко, что ты до сих пор не запомнила. Серёж, пойди сюда. Ну, скорей. Он уже ушел, все. Оно вообще... Насколько он маленький. Интересно, это такая порода или он только родился? Он в 10 раз меньше Дуси. Какие 10, 20? Язычок, смотри какой. О чем ест? Не знаю, хрень какую-то. Ну, отлично. Так позирует вообще. Да, ему только что дали. Давайте покормим этого попугайчика. Если он меня съест, Боня останется без матери. Ничего, мы ее установим. Ты ешь аккуратно.
Смотри, как аккуратненько ест. Он как я, выбрасывает все лишнее. Нет, Вик, ты что лишнее складываешь на балкон? Какой язык твердый. Большой, большой. Но он там тоже что-то он ест. Ну, там люди, которые хотели смотреть бой, хотели зажать попугаю второе яблочко. А он дал. А у них там мандарины, апельсины, ты смотри. Еще бы они сюда пришли. Так, давайте заведем еще большого показателя. Она уже с яблочком. Мне хотела дать ей яблочко. Ага, сейчас допрыгаем и дам, да? Это не так? Дайте поесть спокойно, ничего не снимайте. Да, я ухожу. Обожаю лемурчиков. Смотрите, какие у меня лапы. Ладно. Нет, не заинтересовало ты его. Смотрите, как он сидит. У него пузо беленькое, мягкое, как у Тихона. Все, она перестала ему доставать блок. Мы ехали ради обезьяны, которая была очень прикольная, большая, но кажется, ее тут нет. А вот она, мне кажется, чуть больше Вики. Так, ну интересно, сможет стащить или нет в клетке? Чичи убивает со своими пазами. А, нет, смотри, если захочешь, придумаешь как. Вообще-то. На руки так, человек. Еще ему надо, еще. Дайте еще пока. Шкурку съест сейчас. Еще? А что она ест? Yeah.
Сейчас шимпанзе перевезли в нидерландский зоопарк. Можно Вадя яблочко? А можно ее кормить? Нет. А ты его пальчишь? Вот он сидит, ждет. Давай. Давай так ты. Я не люблю заниматься незаконными вещами. Что законно? Стань. Ну извини, сам дурак. Эй. Мне кажется, он сейчас удавится. А сможет достать? Нет. Нет. Дай, дай. Дай другие. Ну давай. Ты снимала? Держи. А второй, который ждал. О, нет, знаете что? Мы так не договаривались над этим. Держи. Мам, давай свои. Ты снимаешь? Да. Мам, свои давай. Да я бы. Не, ну как мам. Как вот вы могли промонать банана? Так им нельзя бананы. Достань свой банан. Ты его домой, что ли, потом? Я как, куски полезу не дала. Так, в руку ей дай одну штуку. Естественно, в руку. Естественно, одну. Нет, да. Ты дурак. Да не давай больше. Да ну все, иди в баню. Вик. Он банан ждет. Он писает. Не толковый. Он банан ждет, ты не понимаешь. Он же ел уже. Видит, что я уже собираюсь домой. И лапы себе сразу. А какие у них зубы? Прикольно. Пошла наверх на всякий случай, чтобы не отобрали. Добычи. Главное, чтобы не выпало сейчас. Смотри, сейчас выпадет яблоко. Не, держи. Папа, сними, как она ест. Ну, я это тогда снимаю. Она такая прикольная. Может, еще ей дать кусочек? Ого, вот это кусочек. Такой хороший. Так и хочется за хвост дернуть. Точно. Поэтому они за стеклом. И этот бедный мартышка достал вот отсюда баночку себе и так разочаровался, что она была пустая, и теперь он с ней бегает, достает изо рта у себя и кладет в банку. Но его кормить мы, пожалуй, не будем, потому что, по-моему, тут тоже написано Dangerous Animal. Папа сказал, что кто-нибудь банан хочет, и она просто так вынырнула снизу. Так никто не видит, так никто не видит. Не, ну куда же ты? А-а-а. Ну вот. Так, это мое, мое. Она его очистила. Все, больше у вас нет? Ну, все обижают. Может, этому тоже дай яблочко? Вообще-то это для морских свинок. Уж прости. Не, ну я уже все, я и снимаю, я и кормлю, ну ладно, да. Черепашка перевернулась и не может встать. Мам, твой нос! Она мне отдавила лапу. Все, она совсем перевернулась на спину, и у нее торчат пятки.
Мы стоим тут уже минут 15. Большая черепаха. Она вот оттуда дошла до нее уже. Возможно, она ей сейчас поможет. Нет, она ей не поможет. Нет, подождите, может, она ей сейчас поможет. Ржите. Мы хотели позвать какого-то этого работника. Тяжелая, наверное. Спасибо, пришли дети, меня потолкали, ушли. Ну, давай последнюю работу. Давай пни ее еще. Вторая идет пихать в другую сторону. Кстати, один из вариантов, который предложил Вика, это не перевернуть черепаху на лапы, а перевернуть вторую на спину, чтобы первой было не обидно. Ну до той бы мы не дотянулись, а до этой дотянулись бы. Она оказывает ей моральную поддержку. Давайте скорее, чтобы у меня память на телефоне не закончилась. Она как бульдожка эта пыхтит. Лапами дрыгает. Она хвостом виляет. Да это хвост. Или лапа. Так, так, вторая пошла. Она и в нее пыль кинула. Опа. Ура! Она перевернулась. Все. Ты успела снять? Да, вроде как. Да, я помогла ей. Спину подставила. Давайте дадим ей яблочко за это. Будем хвалить черепаху. Смотрите, какая гигантская черепаха. Ну, мы, конечно, и больше видели. Ой, нет, спасибо. Иди отсюда, черепашка. Смотрите, на глаза огромные. Мне, оказывается, еще и умные. Ну что, дать ей яблочко? Да, только не суй, а просто... Ой. Лучше бы той, конечно, которая помогла, но она к нам не шла. Да ладно, они там не голодные. Внизу. Да внизу. Внизу у тебя лежит. Так шеет, а, да? Да. А ты назад отползи. Они, оказывается, долго соображают, они двигаются. А вон игуана ползает. Ну, черепаха лапу, это... Чтобы да? О, о. Прикольная. Снимай, смотри, язык какой. Да видно, там язык было. Классная такая. Бедная ешпанцирь так мешает. Ты сейчас должна сказать, давайте заведем. Нет, черепаху. Нет, спасибо. Это я и Лина на физике. У них тихий час. А он тут так и есть, одинокий. Только он уже спит. Комочек такой. Ой. Лучше не стоит. Да. Не стоит под лемуром.
А еще каким-то свинкам повезло, они только одни в вольере, а другие с игуанами, например. Стойте! На, на. Они вон повернулись к реке. Что, сейчас еду ты заходишь? Зачем ты отдала? Скажи, зачем ты отдала? У вас так приятно. Да, ну не надо отбирать-то. Да подожди. Все. Показалось. Да, я всем занимаюсь. А вот этому. Вот лохматому. Все. На. Все, пошли отсюда, беги. Нет, опоздал. Я тоже хочу. Эй, ты что, я пошутил? Ну вот стрёмно, сейчас камеру как сопрёт. Ну, что-то вообще не тянет погладить. Ну так ты говоришь. Он обожрал. Он как та черепаха. Ой. Вот. Что это они тут слетели? Все, пошли.